увлеченность. Она делает человека богаче и ярче. Много лет занимается резьбой по дереву ярославский журналист Николай Александрович Гентлин. Постепенно изо дня в день, из года в год накапливается мастерство. Приходит свой особенный почерк. Партизан. Еретик. На всесоюзной выставке самодеятельного искусства в Москве работа ярославского умельца удостоена почетного диплома первой степени.